Всем привет из новогодней Хайфы. Солнечное декабрьское утро, плюс 17 градусов. Перед нами, надеюсь, что видно очень сильное солнце, елку и на фоне Бахайские сады, которые поднимаются по завершению бульвара Бен-Гурион в самой верхней части этого кадра. Вечером, конечно, впечатлений намного больше, все это освещено. Очень ярко и доставляет больше впечатлений. Я думаю, что вечером мы тоже сделаем здесь видео. А пока пройдемся. Сегодня пятница, сегодня 14 декабря. Вот, погода плюс 17, очень солнечно. И ожидаем очень большое количество туристов, жителей Израиля и гостей нашей страны, которые приедут на новогодние мероприятия. Вечером здесь будут гуляния. По субботам декабря также отмечается праздник праздников. Поэтому наплыв и ажиотаж очень-очень большой.